История возникновения города во многом обязана Белоярской крепости, которая положила начало Белоярску, одному из микрорайонов современного Новоалтайска. Два с лишним века крепость была фортпостом, то есть военным укреплением. Позже здесь образовался рабочий поселок Чесноковка. А 8 мая 1942 года официально стал городом. Позже был переименован Новоалтайск. В честь 76-го дня рождения города на одной из его центральных улиц заложили капсулу времени с посланием для потомков. Живите настоящим, думая о будущем и помня прошлое. Любите наш город так же, как мы. Несмотря на непогоду, отправить письмо в будущее пришли десятки человек разного возраста. К грядущему поколению горожане обращаются уже в третий раз. Так в прошлом году жители Новоалтайска вскрыли капсулу, которую заложили в далеких 90-х. Дети, школьники, которые заложили это послание, пожелали, чтобы они были патриотами нашего города, чтобы они продолжали традиции, которые начали их теперь уже деды, отцы. Послание полетело сквозь время к уже повзрослевшим детям. Учитель начальных классов Надежда Васильевна привела своих маленьких подопечных сюда, чтобы спустя 24 года именно они первыми вскрыли тайник и услышали голос из прошлого. Доживем мы или нет, я не знаю, а ученики мои обязательно доживут. И поэтому сегодня было очень важно, как они внимательны, как они дисциплинированы, как они поняли важность этого события. Люди, которые здесь были, они будут вспоминать эти года. В этом году в Новоалтайске произошло еще одно историческое событие. Ему присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития. А это значит, есть надежда, что город будет разрастаться. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.